Как-то летним утром, когда мы сдали все экзамены, солнце рано осветило мою комнату, и я проснулся. Стало так весело и легко, ведь впереди были каникулы. Я тихо запел веселую песню, а мой сосед, который поздно пришел и недовольно сказал: «Ты что, ни свет, ни заря шумишь?» Но ведь уже было светло, и заря взошла. Почему он так сказал? Ни свет, ни заря. Очень рано, до восхода солнца. Ни свет, ни заря. Это значит, очень рано утром, еще до восхода солнца. Эта фраза использовалась и в русских народных сказках, и в повестях Пушкина. А сейчас эту фразу мы используем в разговорной речи, в бытовых ситуациях. И на моем родном языке, на арабском, эту фразу звучала бы так: «Энда шурук ма валдо».